Завершился праздник под названием «Евровидение-2009». С рекордным количеством баллов победу одержал норвежец Александр Рыбак. 16 стран поставили ему наивысшую оценку – 12 баллов. Центр Олимпийского висела вот такая периодическая таблица элементов Евровидения. А здесь показаны все страны, которые когда-либо участвовали в конкурсе. И сердечками здесь показано количество побед, которые одержала та или иная страна. И буквально пару минут назад кто-то ручкой пририсовал еще одно сердечко Норвегии. Рыбак! Ура! Он здесь! Вы чуть-чуть вот так вот, если вы можете разговаривать со мной, как с ребенком, так, 8-летним, так тогда я пойму. Сашенька, помнишь, когда ты был маленьким, ты пел Куполинку, сидя на коленях у отца? У мамы. Мне кажется, это был отец. На первой же пресс-конференции мы стали испытывать его знание русского языка. И когда мы спросили, послушай, вот мы когда слушаем твою песню, Саш, по коже бегают мурашки. Ты помнишь, что такое мурашки? Подождите. Ты, кстати, знаешь, что такое мурашки? Спросили мы у него и получили совершенно искренний ответ. Это какие-то ягоды, не? Нет, это не ягоды. Знаешь, когда человек... Нет, не грибы. Ты знаешь, когда человек что-то... Конечно, это ягоды. Одним словом, вот это мои первые, наверное, самые главные воспоминания о победе Рыбака и о его участии в пресс-конференции. That my heart has been captured by your funny little smile. And finally I'm happy, if only for a while.